Из окон вон того кирпичного дома недавно упал человек. Упал на территорию соседнего участка. Дополз до дома, попросил о помощи. Ему помогли, вызвали скорую, отправили в Домодедовскую больницу, где он от полученных травм скончался. Это стало последней каплей терпения жителей близлежащих домов. Хозяйка участка, на который упал пожилой мужчина, до сих пор не может прийти в себя, поэтому от общения отказалась. Но другие жители взывают о помощи, опасаясь такого соседства. Валентина Андреевна Семина вместе с супругом живет здесь уже 20 лет. Говорит, всегда жили дружно, пока не появился пансионат. Поселились непонятные люди, как бы завозят, видим, что завозят больных людей. Слышим стоны, слышим разговоры, нюхаем эту дезинфекцию, дышать невозможно. Пытались мы познакомиться, потому что там рядом проходят газовые трубы, огромные газовые котлы. Отсюда вот страшат всякие вот такие вот последствия. Что может быть? И пожары, и взрывы, и не приведи Господь. А ведь верно, не нужно быть специалистом, чтобы понять. Здание участка номер 56 построено с нарушениями в притирку к соседним. Валентина Андреевна говорит, в своем огороде не чувствуем себя хозяевами. Не мы на своем участке проживаем, они на нашем участке проживают. Марина Базалева живет по другую сторону пансионата, в доме номер 58, вместе со своей тетей, которая первой подняла вопрос законности присутствия частного учреждения на территории ТИС. Когда она узнала о проблеме, вот об этой, да, она собрала совет. У них есть совет этого, как ТИЗа, да, вот, есть председатели, есть там, да, все, кто входит в совет. Ну, и они там посещались, говорят, ну, надо пригласить, наверное, людей, которые хотят открыть вот это заведение, да, и они пригласили, пришел вот этот Вшивков, вот. И сказал, что, а чего, я открою. И все, они говорят, мы против, понимаете, против. Он говорит, да мне все равно, все, мне все равно, и я открою. Ну и вот и началась вот эта проблема. Валентина Яковлевна сказала, что мы будем бороться, потому что вы не имеете права открыть в зоне ИЖС такое заведение. 3 месяца соседи пишут в разные инстанции. Заявления в полицию, прокуратуру, депутатам, губернатору. Каких людей они сюда завозят, да? Какие услуги они здесь оказывают? С 3-го этажа 58-го дома хорошо видно все, что творится во дворе пансионата. Обратившись в Министерство здравоохранения Московской области, соседи получили конкретный ответ. Лицензии по данному адресу на вот Калинку не выдавалось. То есть лицензии медицинской у них нет, соответственно. То есть на каком основании здесь у нас медперсонал находится? Вот как они вообще здесь вот это вот все вот делают? Незаконно? А меж тем существует сайт пансионата с подробным описанием услуг, стоимости и фотогалереи. Среди заболеваний, с которыми принимают пациентов, довольно серьезные. Болезни Альцгеймера и Паркинсона, деменция. Те, которые вроде как передвигаются, как бы вот мне казалось, что человек на 15-17, а те, которые не передвигаются, может быть, человек 10, может быть, 12, может, 13. Мы не знаем, потому что какое время они их завозят? Они их завозят тайно от нас, они там от нас скрываются, там, да? Но если люди скрываются, значит, есть чего скрывать. Местный депутат Гаджимурат Гаджимуратов, узнав о ситуации в Сосновом Бору, приехал на место, чтобы помочь разобраться. Я вот уже связался с участковым, он в курсе этой истории, значит, сообщил мне, что деятельность ведется ООО «Калина», организация, которая получила в аренду это жилищное строение, этот дом. Есть вопросы и у соседей, и у меня вопросы, и у тех, кто коснулся этой проблемы, на какие согласования с пожарной службой, со службой санэпиднадзора, с госсанэпиднадзором. И хотелось бы выйти на руководителя, кто это организовал. Возвращаясь к трагедии, похоже, что ответственность за гибель человека никто нести не будет. По словам того же участкового, родственники претензий к пансионату не имеют. И все же надежда на справедливость есть. Недавно была проведена проверка данного учреждения, итоги которой вскоре должны быть подведены. От них будет зависеть не только последующая жизнь местных жителей, но и судьба обитателей злополучного пансионата. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Видное ТВ.